Утро для сотен жителей Сипайлова началось с прихода в церковь. Сегодня здесь состоялось торжественное богослужение по случаю Дня памяти святой Матроны Московской. Кстати, именно эта часовня была построена в честь блаженной. И сегодня сюда впервые привезли частицу ее мощей. Частичка мощей Божьей Матроны Московской пока до окончания майских праздников будет пребывать здесь, в нашем храме. Благодать от нее идет Божья. Ну и, конечно же, что у меня есть тяжело, и попросить. Это же Божья благодать. Как на такие места не ходить? Сегодня один из величайших праздников Русской Православной Церкви, знаменательных праздников, день преподобной Матроны Московской, вот старицы, которые, к заступлению которой всегда притекают все православные верующие по той или иной причине. Я верю, что Бог один. Тем более тут рядом живу, это грех не приходить сюда, зная этого. Это люди, у меня подруги в Москве поехали, они записки писали, у меня тоже брали, поэтому я уже года два про нее знаю хорошо, поэтому это самое, я пришла.